утро на Елисее. Редкий возглас радости в абсолютной тишине. Это спорт глухих. Сборная по кёрлингу готовится к декаде инвалидов. По сути, это отборочный этап перед спартакиадой. Со всего края съехались более 40 спортсменов с разными физиологическими нарушениями. Из-за проблем со слухом усложняется процесс общения тренера и команды во время игры. Поэтому тактику и условные знаки с особой тщательностью отрабатывают на тренировках. На тренировке я им стараюсь объяснять, куда заправлять камень, свип, самый распространенный свип. Слышите, кричат свип, а глухие руки машут. Распространенный еще, спокойно. Еще тренер рассказал, что слышащие спортсмены по одному звуку движения камня могут определить его скорость и траекторию. Этой сборной приходится активизировать другие органы чувств для того, чтобы контролировать ситуацию. У кёрлингистов должен очень хорошо развит вестибулярный аппарат. Посмотрите, как девочка едет, она должна держать равновесие и запускать камень ровно по прямой. Но у людей с нарушением слуха чаще всего есть проблемы также и с вестибулярным аппаратом. Это еще одна сложность для таких спортсменов. Еще в рамках спортивной декады в Красноярске пройдут соревнования по беговым лыжам. Здесь есть молодые спортсмены с разными ограничениями здоровья. И, что удивительно, даже незрячие. Они проходят трассу в паре со своим тренером. Он бежит впереди и направляет лыжника. Да, должно быть взаимопонимание, потому что контакт на трассе очень важен. Важно понимать, насколько спортсмен идет быстрее или, наоборот, медленнее. Чувство друг друга получается. Расскажи, как тебе твоя напарница? Она не подводит меня, это хорошо, и мы ездим вместе, это нормально. Здоровый спортсмен, когда один из ведущих, а давай мы попробуем, как это. И мы полностью завязали ему глаза, и он прошел 2,5 километра, он очень много раз упал, это здоровый спортсмен. И он просто приехал к финишу, когда он на колени встал, и я, говорит, просто снимаю перед тобой шляпу, ты просто красавчик. Организаторы говорят, что спрос на занятия адаптивной физической культурой невысок. Чаще всего тренеры сами отыскивают своих спортсменов. Но попав сюда, ребята раскрываются по-новому. Они с удовольствием ходят на тренировки, участвуют в соревнованиях и мечтают о спорте высших достижений. А свежий воздух и постоянная активность благотворно сказываются на их здоровье. Вдохновились силой духа Соня Лупинина и Константин Фролов.